Средневековая медицина практически не знала синтетических лекарств. Сейчас медик просто скармливает человеку пилюлю, и его часто даже не интересует, как, не говоря уж, почему она действует. И вот смеяться хочется, хохочет и щекочется веселый порошок. Веселый порошок. А в древности знания были скупы и превратны. Химия объясняла соединение веществ их взаимной симпатией и потому называлась алхимией. Сочинять на кончике пера препараты с запрограммированными лечебными свойствами не умели. Попытки были, конечно. Василиус Валентинус, настоятель монастыря, обнаружил, что сурьма, если ее добавить в помои, делает свиней гладкими да жирными. Он предположил, что и на братью вещество подействует точно так же, а потому подмешал сурьму в еду. Увы, все перемерли. И сурьма теперь называется антимониум, то есть противомонашеское средство. Короче, лечили в средние века и раннее новое время по преимуществу травками, животными выделениями или просто кусками плоти. Вера в принцип симпатии породила гомеопатию. Я не знаю, помогает ли излечивать катаракту прием высушенного и растертого в порошок человеческого дерьма. А средневековые гомеопаты, тот же Парацельс, это средство очень рекомендовали. Рецепт древнеримский, однако популярен был добрые 2000 лет. В дни, близкие к Рождеству Христову, активно лечились человеческой кровью. И вообще, гладиаторов утилизировали чуть меньше, нежели полностью. Вопреки историческим мифам, гибли они не особенно массово и часто доживали до седин. Лекарственного продукта, производимого гладиаторами, доставало не всем, стоил он дорого и был предметом престижного потребления. Ценился, как наша черная икра. Но подлинный расцвет медицинского каннибализма начался в средние века, и не поверите, он до сих пор еще не отцвел окончательно. Из крестовых походов европейцы повезли в товарных количествах мумии. Речь не только о святых мощах. Останки уважаемых людей, святых, мучеников, подвижников хотя бы не приходилось толочь, варить или настаивать на спирту. Из них лечебную благодать черпали через поцелуи с прикосновениями. Но не хватало адресности. Вот так вот лобызнешь, а у тебя не золотуха или лихоманка пройдут, а какой-нибудь чирий. Медицинский каннибализм бил прицельнее. Истолок чужой зуб и проглотил, боль рукой сняла. Кровь, сцеженную преступника в процессе казни, служила тонизирующим и общеукрепляющим. Палачей презирали и боялись, но считали магами. У них по сходной цене можно было купить все. Английский монарх Карл II был ценителем королевских капель. Череп растираешь в порошок и мешаешь с вином. Помогало это всего и применялось весь 18 век. Но подлинным кладом врачи считали древнеегипетские мумии, из которых действующее вещество добывалось посредством чуть ли не промышленной переработки. В мумиях за тысячелетия образовывались смоловидные вещества, которые очень ценились в Европе. Со времен крестоносцев древних покойников из Египта экспортировали тысячами и десятками тысяч. Благо страна древняя, народу там померло много. При этом бальзамировали людей на берегах Нила массово. Европейцы прекрасно переваривали культурные и исторические ценности, причем буквально. Вы не поверите, но изрядное количество фараонов было вульгарнейшим образом съедено. Известен знаменитый склад мумий египетских царей, созданный жрецами еще в древности. Пастухи его нашли и долго потом распродавали объекты складирования небольшими порциями на базарах. Но вернемся в Европу. Человечину использовали в пищу еще и потому, что плоть усопшего обладала якобы магической силой. Особенно если смерть была быстрой и насильственной. Так запечатывалась в трупе витальная энергия. Жизнь ушла, но не вся, и, как считалось, ее вполне можно было из разбитого сосуда перелить в целый, в себя то бишь. Вот Леонардо да Винчи пишет. В мертвом теле сохраняется бездвижная жизнь, которая переваривается желудками живых, обретая чувственное и сознательное бытие. В общем, верил энциклопедист в мертвую жизнь. Но это было в ту пору всеобщим убеждением. Вот, скажем, философ Марсилио Фичино, любимец Медичи, мистик и гуманист, наставник живописцев и ваятелей. Он советовал своему патрону Козимо пить кровь подростков, заряжаться жизненной энергией. Про людской прах и спора не было. Этим лечили все, от половой немочи до угрей и сыпи.
оправдывали христианской традицией. Раз кровью и плотью Христовой можно причащаться, то плотью грешника вполне можно лечиться. Порог брезгливости в Средневековье был много ниже, чем теперь. Человек жил в постоянном контакте со смрадом, грязью, гнилью, нечистотами. Кого тут смутит необходимость глотать порошок из толченого черепа? Разве только добавляли мало шоколада? Так продавали королевские капли по всей Европе в 18 веке с ароматизаторами, чтоб по-богатому, как у самого Карла II. Из лекарственной крови, чтобы не испортить аппетит, готовили мармелад. Наилучшим же лекарственным средством считался мох, который выращен на человеческом черепе. На экспорте этого товара специализировались Италия и почему-то Ирландия. Хотя мумии везли из Египта со времен крестоносцев, иногда возникали перебои в поставках. Из-за крупных войн, безобразничающих пиратов, из-за эпидемий. На этот случай врач Иоанн Кредерис в 17 веке составил рецепт «Сделай мумию сам». Он предлагал взять тело рыжеволосого человека лет 20, казненного или умершего насильственной смертью, выдержать на лунном свете, умастить миром и алоэ, погрузить в спирт, высушить снова в спирт. «Получите, — писал ученый, — нечто вроде вяленого мяса, и оно не будет иметь дурного запаха». Кредерис советовал, чтобы не обманули, покупать тушку целиком, а не частями. Жулики им могут подсунуть какие-нибудь звериные маслы. А сделав запасы, можно и врачевать. Жир – средство от водобоязни, бешенства. Ногти и сердце мумии – от эпилепсии. Кожей обвязывали живот беременной, чтобы смягчить родовые муки. Смешно, но собственный медицинский каннибализм не мешал европейцам презирать дикарей-людоедов. Объясняли это так. У туземцев возникают личные взаимоотношения со съедаемым. Любовь, ненависть, страх, уважение. А цивилизованные люди в мумии человека не видят, только неживое лекарственное вещество. Медицинский бизнес, ничего личного. И оставались трупы с травами и травы с трупами, главными медикаментами века эдак до 19-го. Потом появились синтетические препараты, медицина стала наукой аналитической, а не только опытной. Но табу на антропофагию до сих пор остается полуэффективным. Во-первых, ведуньи и теперь еще лечат настойками на костях и травами с могилки. О, из плесени кисель. Чай не пробовал досель? Да глиспей и в раз забудешь про мирскую карусель. А? Он на вкус не так хорош, зато сыпает дрожь. Будешь завтра здоровый, если только не помрешь. Во-вторых, во многих сравнительно цивилизованных странах Африки, например, хотя и не в столицах, едят альбиносов и пигмеев. Тут советуют, главное убедить себя, что жуешь ты не человека, а зверушку. Но это не проблема. В бельгийских и французских зоопарках еще 100 лет тому назад показывали в вольерах африканцев и патагонских индейцев. Но медицинский каннибализм в каком-то смысле практикуем все мы. Трансплантацию, например. Она-то явно превращенная форма антропофагии. А забор органов часто происходит с применением методов экономического принуждения. Ну, вы помните, молдаван, торгующих почками в Турции. А то и прямого насилия. Всем известна разборка сербов на запчасти в Косово. Наконец, те же вакцины от ковид. Большинство их производится с применением клеточного материала абортированных эмбрионов. В общем, глядя на предков-трупоедов, мы видим в них себя. Только что у нас суеверия и самооправдания другие. Досмотрели? Лайкните, подпишитесь. Спасибо.